Мышонок, пик и новогодняя пицца. В детском эколого-туристическом центре в канун праздников для школьников Бийска проходит праздничный квест. Его главный герой – мышонок по имени Пик. Танцы, хороводы вокруг елки, стихи Деду Морозу. Ребятам предлагают определить стороны света, отгадать загадки и прокатиться на бубликах. Самые смелые и ловкие получат призы. Задача квеста – собрать кусочки новогодней пиццы для мышонка Пика, вручить ему на финише заветное угощение и поделиться с ним зарядом позитива, а также праздничным настроением. Добавим, что череда новогодних мероприятий в эколого-туристическом центре продлится до 29 декабря.